Всем доброго дня. Я бегу в цирк. Ну да, такая я инфантильная, что поделать. Но приехал жираф в цирк. Я ж не поеду в Африку его смотреть. В общем, я сегодня потестила духи. Очень провокативные и нашумевшие. Так, такой гололед противный. Это Саданаза от Галтери. Ну, в Ютубе слушала кучу отзывов разнообразных. И туалет, и что-то там какие-то урина. Вот он на моей руке. Фонит. И попытаюсь описать логично, потому что я эмоционально сейчас от него я эмотировала. Ну, я тут еще встретила знакомую, мы тут как бы эмоционально побеседовали. В общем, Саданаза. Мне разрешили нанести на ладонь в этом ревгоше. Ну, первое, что хочу сказать, мое мнение, аромат мужской. Пусть меня забросают камнями. Аромат не грубый. У него дорогие компоненты. Компоненты, может быть, какой-то лактонности. Ну, очень чуть-чуть эта лактонность проявляется. Она больше проявляется какой-то сливочным маслом, возможно. Что не ароматит так сильно, как молоко. Значит, идет набор эфиров дерева. Причем неприятный. Дерево какое-то как подпревшая, как опята, понимаете, с пенька. Снимаешь этот опенок, и вот пенек такой сыростью отдает, и одновременно он не мокрый, а уже высохший, понимаете. И самая главная нота, которую я разгадываю вот минут уже 30, думаю, ну чем это воняет? Ну ни моча, ничего. О, только до пиццерии вон дошла, все это мне открылось. Это запах раздавленного таракана, бляха. Господи, как такое можно придумать? Я разгадала секрет этого Саданаза. Это пытка тараканьими внутренностями, девочки и мальчики. Кто мог надоумить этого Галтери? Я не знаю, кто его может носить. Ну, видимо, кто тараканов не давил. А сейчас его смою, в цирк приду. Нахер. Это ужас.